В поселке Дубки под Саратовом проходит учение по тушению лесных и степных пожаров. Задействованы вертолеты. В областном правительстве сообщают, что это плановая тренировка, которая совпала с периодом активных лесных пожаров в России. Спасатели Саратова и Энгельса и вертолетные эскадрильи отрабатывают совместные действия. Десант с пожарными ранцами высаживается в зону возгорания с высоты 20 метров, а вертолет имитирует тушение с помощью специального водосливного устройства. В Саратовской области в реальных ЧС этот способ борьбы с огнем не использовался ни разу. 5 кубических метров воды, которые вертолет забирает из водоема и сбрасывает на горящие поверхности, в том числе и при тушении пожаров, как в лесах, так и в степной местности, так и при тушении пожаров на жилых домах или в населенных пунктах.